В эфире телекомпании БУК ТВ проект 101 на связи и его автор-ведущая Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Вместе с сотрудниками областного управления МЧС мы расскажем и покажем, что значит сохранять безопасность. Важные факты, актуальные комментарии. Обо всем этом мы расскажем вам первыми. Текущая неделя выдалась насыщенной для спасателей Брещины. В Каменецком районе благодаря бдительности соседей удалось спасти жизнь 5 детям. Ситуация произошла в многоквартирном жилом доме. Все подробности далее. В этом трехэтажном доме в агрогородке Ходосы Каменецкого района могла произойти история с трагическим финалом. За закрытой дверью чуть не погибло 5 детей и их горе-родители, забывшие на плите готовившуюся там пищу. Не подвел пожарный извещатель, сработавший на задымление. Услышав шум, почувствовав неприятный запах, на помощь подоспели соседи. Слышали писк, как он упикал. Все, спустились на второй этаж. Но запах уже был даже и без извещателя, тут уже было ясно, что-то там и не так. А я в этот момент за девочкой, она стояла в коридоре, самая маленькая. Остальные все дети спали, кто в зале, кто в соседней комнате. И в этот момент разбудили мать, она спала в последней комнате. И детей повыводили всех на подъезд. Вверху не спали, у них тоже ребенок инвалид, они мы купали ребенка. И вот запах дыма, конечно, все это послужило. Плюс пожарный извещатель, потому что, акустика здесь очень хорошая. Отреагировать на случившееся хозяевам квартиры помешало алкогольное опьянение. Это в свое время стало основанием для постановки семьи на учет. Люди об этом знали, поэтому всегда держали руку на пульсе. Мало ли что. Как оказалось, не зря. С такими семьями, конечно, нам приходится работать не один раз. Это система, это работа отдела по образованию, это работа районного исполнительного комитета, всех структур и ведомств нашего района, которые систематически работают по устранению причин семейного неблагополучия в районе. И, конечно же, эта семья у нас давно на контроле, с ней мы уже неоднократно встречались, неоднократно рассматривали семью на комиссии по делам несовершеннолетних. Родители предупреждались о необходимости добросовестного выполнения родительских обязанностей, созданию благоприятных условий, в первую очередь безопасных условий для проживания в этой семье. Но вместе с тем определенных выводов они не делали. И при неоднократных посещениях родителям было рекомендовано установить АПИ в квартире, что на сегодняшний день повлекло, скажем так, определенные положительные результаты, где мы видим, что у нас спасены не только жизни детей, но и самих, в принципе, родителей. Сейчас устанавливается полная картина произошедшего. Трое старших детей после осмотра медиками размещены в Каменецком районном социально-педагогическом центре. Еще двое проходят обследование в больнице. Установившаяся в регионе достаточно теплая погода долго сдерживала жителей сельской местности от использования печного отопления. В ноябре столбик термометров резко упал, похолодало, люди стали активнее использовать различные способы обогрева жилья и подсобных помещений. В связи с этим сотрудники МЧС активизировали работу по предупреждению пожаров в районах проведением сельских сходов. На одном из них в Рябинковском районе побывали и наши корреспонденты. Проведение сельского схода – одна из традиционных форм работы с населением в сельской местности. В рамках таких встреч перед жителями выступают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководство района, представители правоохранительных органов для того, чтобы в очередной раз напомнить основные правила эксплуатации печей и электрооборудования. К сожалению, несоблюдение именно этих мер, как правило, ведет к трагедии. Наступил пожароопасный отопительный период осенне-зимний, и в этой ситуации люди перемещаются в дома, находится большая часть дома, потому что на улице холодно, ведут свою жизнедеятельность, что приводит, к сожалению, к беде. Кадры пожаров всегда выглядят внушительно, и на самом деле это настоящая трагедия, легкое последствие которой, когда человек просто остается без крова над головой, куда страшнее, когда в огне погибают люди по собственной беспечности. Непотушенная сигарета, сон в состоянии сильного алкогольного опьянения – все это лишает человека возможности использовать свой последний шанс сохранить жизнь. Понятно, что в районах есть дома, где проживают асоциальные граждане, и эти жилые помещения находятся на контроле в сельских комиссиях, что позволяет минимизировать риск возникновения трагедии. У нас создаются комиссии при сельсоветах в период осеннего-весеннего осмотра всех подворий граждан, где также проходят, проверяют их санитарное состояние, пожарные, минимально, чтобы были пожарные нормативы соблюдены. Особенно те дома, где у нас есть газовое оборудование, где у нас печи еще стоят, то есть такие еще дома, где граждане топят там дровами, топ-фабрикетом. И здесь, получается, постоянное взаимодействие идет между местными органами власти и МЧС. То есть тут вопросов нету, в составе комиссии все
как бы включаются, проверяют, ходят. Но не безучастность к таким людям должны проявлять и просто проходящие мимо люди. К этому призывают сотрудники МЧС. А еще напоминают про использование в доме пожарного извещателя, про правильную эксплуатацию бытовых приборов. Небольшие листовки, которые получил каждый участник встречи, станут еще одной возможностью вспомнить основные правила поведения при чрезвычайной ситуации, чтобы зимние вечера проходили уютно и безопасно. Республиканская акция «Безопасный Новый год» проходит по всей стране. Брещина также активно подключилась к проведению комплексного профилактического мероприятия. А насколько интересно это получилось, подробнее в рубрике «101 профилактика». Рождественских и новогодних праздников ждут все. Пару радости исполнения всех заветных желаний ждут в первую очередь малыши, живущие в семье, где положение признано социально опасным. Это хорошо понимают в Брестском городском отделе по чрезвычайным ситуациям. Именно поэтому вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних спасатели приходят в гости к тем, кто ждет чуда. Те дети, у кого есть небольшие, может быть, недочеты, ошибки в поведении мам, пап, тоже хотят приятного и ждут этого. Поэтому каждый год и комиссия по делам несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики, сегодня вы видели это, городской отдел по чрезвычайным ситуациям, приходит в дома для того, чтобы поделиться частичкой своего доброго сердца. И чтобы действительно все желания, какие возможно, были осуществлены и сбывались благодаря нам, взрослым. Конечно же, каждый малыш, участник акции, получил памятный и одновременно полезный подарок. Тематические книги, раскраски, тетради, которые могут послужить для ребят не только способом развлечения, но и пошаговой инструкцией в случае, если произойдет пожар или любая другая чрезвычайная ситуация. Конечно же, дети воодушевлялись и рассказывали стихи по Новый год. Мы им дарили, в том числе, и противопожарную рекламу, листовки, игры. Они это запомнят на ближайшее время. Конечно же, они будут пользоваться теми играми по вопросам пожарной безопасности, и у них это отложится, вопросы соблюдения правил пожарной безопасности. В Брестском районе совместно с представителями добровольного пожарного общества прошло мероприятие для пожилых граждан. Конечно, взрослые люди больше знают о безопасности, однако напомнить в очередной раз лишним не будет. Активной оказалась аудитория. В зале прозвучали те вопросы, которые сегодня волнуют обладателей золотых лет. Вообще, в принципе, у нас эта категория чаще всего страдает. На сегодняшний день, за 10 месяцев в Брестской области 55% погибших, это и есть лица пожилого возраста. Пожилые граждане наиболее часто подвержены опасностям, то есть они засыпают чаще всего, это неосторожное обращение с огнем и, конечно же, нарушение правил использования и установки печного отопления. Но, наверное, самым ярким моментом акции стал этап демонстрации. Спасатели предложили пенсионерам потушить условное загорание. В Барановичах сотрудники МЧС заглянули в преддверии Нового года к воспитанникам Городищенского детского дома-интерната и провели для них настоящий праздник. Конечно, не обошлось без конкурсов и викторин, в которые все включились дружно. Спасатели – частые гости учреждения, поэтому о них и их деятельности ребята знают много. И юные спасатели проводят свои игры, они знакомятся с этими пожарными всякими средствами, с средствами защиты они знакомы. Поэтому дети должны знать, чтобы в любой ситуации они могли что-то сделать. Барановичский Дедушка Мороз еще и спасатель. Он не только рассказал ребятам, что не нужно делать в праздники, но и напомнил, как правильно украшать ель, как развести костер, как запускать фейерверк и эксплуатировать бенгальские огни. Мы сегодня провели много конкурсов с детьми, напомнили основные правила пожарной безопасности. Вот. Ну, все сделать для того, чтобы Новый год, приближающие все праздники максимально прошли безопасно для всех. Творчество и безопасность. В Кобрине состоялась презентация очередного спектакля на противопожарную тематику. Дети и взрослые подготовили необычное представление. Что из этого вышло, подробнее в рубрике «МЧС детям». Кобринский дворец культуры совместно с сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям уже не в первый раз радует детвору своими необычными творческими задумками. На сцене учреждения был презентован спектакль «Азбука безопасности» – наглядный образец того, как можно создавать интересные творческие мероприятия вместе. Сегодня мы находимся в Кобрине. Это, можно сказать, один из лидеров нашей вот такой деятельности, потому что в местном доме культуры существуют неравнодушные люди. Люди, которые, наверное, в какой-то вот такой интересной постановке отражают вопросы безопасности. И самое важное, что это какие-то не единичные мероприятия, а системная работа, которая
работают на территории всего района. Постановка получилась достаточно зрелищной и красочной. Сцены диалоги чередовались с музыкальными композициями. Сюжет разворачивался вокруг потерявшихся девочек, которые в поиске дороги домой смогли восполнить весь багаж знаний по противопожарной тематике. Куда вы пошли? Вы что, не видите, что они нас сейчас затопчут? И мы заблудимся еще больше. Надо отойти в сторону или свернуть в первый попавшийся переулок. Или на крайний случай зайти в любой магазин. Мы работаем с залом интерактивной игры и танцы мы будем делать. Ну, в принципе, все ситуации, которые происходят в спектакле, эти все ситуации могут произойти и с ребятами, которые бывают на улице, и дома без попечения родителей. Поэтому мы хотим это все предупредить, чтобы такого не повторялось. Конечно же, такая работа не смогла остаться без внимания сотрудников МЧС области. Ребята и их педагог были награждены подарками и благодарностями за сотрудничество в вопросах безопасности. И это все то, что мы хотели вам рассказать. С вами была автор и ведущая проекта Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Помните, никогда не ставьте свою жизнь в зависимость от благородства других. Лучше вас самих о себе никто не позаботится. А если беда все же пришла в ваш дом, звоните 101. До встречи в эфире.